О проблеме, которая волнует многих, организация работы городского электрического транспорта. В прошлом году сделали все для того, чтобы наши троллейбусы, которым много лет, были заменены троллейбусами более молодыми. Это решение позволило нам временно, но улучшить состояние подвижного состава в этом году. Мы выходим на решение обновления городского электрического транспорта за счет новых троллейбусов, которые постараемся закупить в Энгельсе, чтобы это были последние модели «Адмирала», но стоимость их будет для области всего 40%, а остальные 60% будут компенсированы за счет средств федерального бюджета. Мы постараемся сделать все для того, чтобы до октября троллейбусы поступили в город и дальше уже эксплуатировались на маршрутах 5 и 15. Конечно, это не решит проблему на 100%, но, безусловно, обновление подвижного состава позволит более качественно оказывать транспортные услуги. И в этой связи я хотел сказать, что мы не остановимся, будем и на будущий год делать все для того, чтобы новые машины приходили в город и чтобы люди их использовали. Это обеспечит комфорт и, конечно, важно сейчас организовать работу горэлектротранспорта таким образом, чтобы вечером можно было уехать и чтобы транспорт ходил ритмично, потому что все вопросы, которые ставило транспортное предприятие, в большей части сейчас решены. Заработная плата водителям поднята, заработная плата ремонтникам, электрикам, слесарям, инженерно-техническому персоналу также подняли. В этой связи хотелось бы обратиться к мэрии города Саратова с тем, чтобы вопросы, требующие решения именно со стороны городских властей, были взяты на контроль, ну и люди, в конце концов, могли получить качественные транспортные услуги. Поэтому со своей стороны дальше буду помогать, но сейчас уже настало время спрашивать. Отговорки закончились. Транспорт обновляется, новый придет на линии, заработную плату подняли, поэтому давайте со своей стороны делайте все для того, чтобы и работала рембаза своя, вводите новые формы контроля и сделайте так, чтобы люди знали, во сколько придет троллейбус, сделайте так, чтобы троллейбус ходил вечернее, ночное время, тем более, раз уж об этом сказали, запускайте 9-й маршрут через Волгу и соединяйте Саратов с Энгельсом. У нас так задача стоит. Вот давайте ее будем решать как можно быстрее. Люди ждут этого. Спасибо.